Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то дождались обновления на сервер. Сейчас посмотрим, что тут после обновы интересного есть. И здесь тоже дали плюхи. Вот так вот. Купидончик готовил вам сюрприз. Странно, что на всех серваках сюрприз приготовили, кроме русского. Ну, совпадение, не думаю. Может, Купидон к нам попозже прилетит. В общем, посмотрим. Так, день замковладельца каждый месяц. Понятно, бонусные предметы. Но знаете, не прошло и недели, и только АЭС обновили. Спустя целую неделю. Так, мне интересно, что добавили. Шарика нет, новой локации, ну не новой, относительно новой локации. Линии обороны тоже нет, скорее всего, включат вместе с английским сервером. Ну, придется подождать. Так, окей. Сокровищница есть. Сейчас посмотрим, что тут в сокровищнице интересного. Артика Некрос. Вот такое. Так, давайте по обновке. Леди Божество, Дама Холода, Целитель Душ Спектр, Бык. Облики. Добавлено 10 героев в каталог. Оптимизация Королевская Битва и Линия Защиты. Ну, КБшка однозначно плюс, и я вот сегодня бегал, заметил, еще покажу вам попозже видосик за пределы. Однозначно что-то поменялось, потому что я на своей силе раньше так не проходил, налегке, сейчас прохожу налегке. Первый, второй этаж, на третьем местами зависаю, то можно пройти, поэтому изменения по-любому какие-то есть. Так, 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 так. Плюс новая чарка, спектр, которая реально очень спасает против Ронина. И толк. Ну, посмотрите, вот это вот называется офигенные плюхи. 30 мешков лисички, 100 этих стоит. Так, сундук, хрусталка. Ну, здесь я вижу, ничего не обновляли. Сейчас интересно посмотреть. Большие паки, фонтаны, бог грома закрыты. Такс, аэсники, поехали, заберем плюхи. Ну, почему бы и нет, реально, куча халявы, я в шоке. Сколько всего на халяву. Так, что я делаю? Надо освободить место. Поехали, чекнем рынок. Накопление. Трать с выгодой. Но вот 20к, блин, и реально крутые плюхи получаешь. Тоже неплохо. Так, здесь сразу же добавили бочка. Ну, в принципе, неделя прошла. 70 штук. Новый талант, новая чарка. Все остальное такое же, как и у нас, в принципе, на этом, на английском сервере. Ну, вот смотрите, наборчик за один самоцвет. Супер. И то дали. Вообще просто жируем сегодня. Это реально, это самый, что не есть жир на сервере. Ну, на русском сервере было, но не было этой, я не видел этой акции от Купидона. Может, завтра запустят, не знаю. Так, еще плюхи забрали. Блин, сколько мы плюх получили, офигеть просто. Просто прям день для роллинга. Так, сундуки открываем. 5 коробочек, отлично. Отлично. Так, это у нас скины. Блин, у меня места уже здесь не хватает. Так, что тут у нас осталось? 50к кулаков. Ну, я вам скажу, АЭС реально в кайфе сегодня. Дождались такие обновы. Что интересного? Ну, в принципе, все то же, что и у нас. Походу, изменений каких-то либо нету. Два героя, но их на некоторых серваках можно получить с карты донатной, либо за обмен. Но здесь шарика пока нет. Посмотрим, какой будет здесь шарик. Пока его не ввели, как-то очень странный и очень большой разрыв между серверами. Но, в принципе, у нас где-то так и было в 20-х числах. Я не знаю, почему на наших серваках загрузили раньше обновление, а здесь в 20-х числах. Как-то очень странно все. И на некоторых серваках до сих пор. Нифига себе.
Недостаточно места на складе. О май гад, я за такие плюхи можно что-то и почистить. Я почистим. Сделаем достаточно места на складе. Сейчас будет мега открытие карты. Интересно, кто нам вылетит, а кто нам вообще надо? Тут вроде с таких героев все есть. Тут даже Фрейка у нас есть. Чик, забрали. Это себе. Завтыкал даже. Мы можем тут плюхи такие получить. Так, раз, два, три, чик, заклинательница, ну такое себе. Так, интересно, какая эмблемка. 8-й психощит, нифига себе. Блин, тут, наверное, у меня самый крутой аккаунт без донатов, с топовыми эмблемами. Просто круче, чем здесь, я не знаю, ни один у меня бездон не имеет столько эмблем, как тут. Посмотрите. Даже десятка есть, ребят, даже десятый... Десятый пакт есть, девятки, восьмерок, так нормально, семерки, семерок вообще отлично, ну а там уже мелких нету таких. Такс, ну что, давайте с вами заролим. Чик, чик и чик. Блять, ну это издевательство. Ведьма! Ведьма за 150, офигеть. Это вот это реально круто. Ведьмочка за 150, это именно то, что нам надо было. Но у нас, по-моему, она, сейчас я посмотрю, может и нету. Так, где там она? Блин, столько героев, уже просто тупо теряешься. Да, ведьмочка у нас есть, но это, в принципе, повторочка. И тоже неплохо за 150, но, конечно... Хотелось бы какого-то ледяху, какого-то космо, но хотеть не вредно. Так, королевская битва. Смотрите, что у меня тут вообще делается, я тут вообще не бегал. Хай левела сейчас будут у нас вылетать, но вряд ли у нас будут демоны на такой силе. На такой кабашке. Тут надо, наверное, хотя бы от 10 левела, чтобы их было побольше. Но я этого не фармлю, но сейчас реально есть смысл фармить. Такс. У меня еще карта заюзана какого-то фига. Вообще мажор. Какой я жесткий. Блин, вот смотришь на этот аккаунт и хочется вот играть на AS сервере без доната. Вот именно для без доната AS, там немка, Тайвань, реально очень крутые. Так, интересно, мы демона получим или нет? Наверное, думаю, вряд ли. Волны мы тут не попроходили, еще мы вряд ли что-то увидим. Турнирка героев поменялась. Тяжелый, смотрите, поменяли плюхи. Для тех, кто с АЭСа не в курсе. Плюс КБшка поменялась, плюс два героя, два скина. Но самое интересное, это, наверное, новая чарка, которая интересная. Я ее не смогу вам тут показать, но я, в принципе, показывал уже все обзоры и на героев. Два героя, но один донатный, один бездонатный. И тот, в принципе, мне даже больше, чем хладный, нравится. Новая героиня, Дама Холода, потому что реально интересная. По крайней мере, в запределе я у себя на топовом аккаунте юзаю и довольно-таки неплохо смотрится. Леди Божество пока не тестил, будет, потестируем. Плюс еще один, то что есть, нифига себе, что-то у нас бесплатно.
АЭС, ребята, у нас же без рекламы. Вот теперь на АЭСе нету рекламы такой, как на андроиде. Поэтому, ребята, курите бамбук. Нету у вас двойного найма, как у нас, возможности получить 150 самоцветов за квесты, и в запределе нету возможности дополнительно получить ход. Такая вот несправедливость получается с АЭС-сервером. Ну, что сделаешь? Даже не знаю, что сказать. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.